Сибири проходит межрегиональный информационный тур, призванный объединить в одно Сибирское кольцо Туву, Хакасию и Красноярский край. Тува участвует в данном туре в рамках приоритетного проекта Министерства культуры Республики «Посети Туву». Нашу республику представляют сотрудники ведущих турфирм, журналисты и блогеры. Участники проекта обмениваются опытом организации активного культурного и семейного отдыха в области туризма. Информационный тур стартовал 15 октября в Красноярском крае. Сейчас участники находятся в Республике Хакасия. 18 октября ведущие участники инфотура прибудут в Республику Тува, где уже журналистам и представителям турбизнеса Хакасии и Красноярского края покажут мораловодческую ферму «Туран», Национальный музей Тувы, Центр тувинской культуры, этнокультурный комплекс «Алдын-Булак» и другие. Молодежный клуб Русского географического общества 15 октября установил памятную табличку Петру Александровичу Чихачеву на берегу озера Карахоль Байтайгинского района. Петр Чихачев был путешественником, геологом, популяризатором естественных наук, почетный член РГО, который впервые в истории приехал исследовать Уренхайский край, ныне Республику Тува, в 1842 году. Памятный знак установили в честь юбилейной даты – 175 лет со дня экспедиции. Экспедиция Петра Чихачева проходила по маршруту через озеро Карахоль. Момент привала запечатлел художник Иван Айвазовский в своей картине «Привал в Валашской долине».